Видите, лед. Была оттепель, подтаяла, потом морозец, замерзла. И так несколько раз повторилось. И в итоге получился каток. Что делать? Что делать в этом случае? Я, наверное, буду дома по расчищенным дорожкам там ходить. Территория маленькая, но тем не менее, если от всего этого отстраниться, вполне достаточно. Ходишь туда-сюда, дышишь, а так могут быть неприятности с этим гололедом. Ну, такие зимы у нас бывают. Бывают теплые, бывают снежные, больше всего слякотные. Ну и вот такая вот редкостная зима выпала, видишь, все замерзло. Все замерзло.